Привет всем! Очередной тренировочный день, и у меня за спиной новая площадочка. Давайте начнем с ее обзора. Во-первых, что хочется заметить, площадка выполнена из дерева. В отличие от современных металлических площадок, она выполнена из дерева. И, честно говоря, есть примеры качественных площадок, которые стоят десятилетиями, сделанные из дерева. Есть такая площадочка в Эстонии и в Хорватии, те, которые я знаю. Вот. Собственно, не знаю, как давно поставили эту площадку, но состояние ее вполне приличное. Здесь вот такие вот интересные рукоходы есть. Конечно, все дико низкое. Видимо, для детишек. Но вариантов особо где тренироваться у нас нет, поэтому... Вот этот турничок для нас. Поэтому придется заниматься здесь и отжиматься вот на этой прекрасной штуке. С приходом зимы, в те моменты, когда я забываю дома свои утепленные перчатки и занимаюсь в летних, я прям очень люблю упор для отжиманий, чтобы не надо было в снег и нормально. И брусья приятные, маленькие, конечно, много на них ничего не поделаешь, но зато загнутыми концами и металлические. Удобно. И, естественно, хренатень раз, и хренатень два, синенькая. Кто-то выкинул энное количество десятков тысяч рублей на эту хренатень. Прям лучше бы еще один турник поставили нормальный. Было бы гораздо лучше. Вот, в общем, такая небольшая площадка со всякими интересными комплексами, комбинациями, да, вот такое не часто встретишь. Если бы ее еще для взрослых сделали, она была бы вообще шикарная, но тут все детское. Вот. Так что разминаемся и погнали. Bye.
Ну, такая вот вышла тренировка сегодня. Пара вещей, которые стоит сказать вначале. Во-первых, перчатки в два. Они очень-очень липкие. Я имею в виду, реально, очень липкие. Поэтому в них делать, конечно, все эти плеометрику или нестабильные вещи, где надо руку снимать, вообще нереально. Это я еще вчера на брусьях понял, когда мы делали 1000 отжиманий. Но у меня не было выбора. Вот, ну... Блин, на подтягиваниях тоже просто вот она прилипла и очень тяжело. Поэтому было неудобно. Второй момент, когда вы делаете подтягивание, допустим, да, или отжимаете, напрягайте пресс. Всегда держите в напряжении пресс, не чтобы вас шатало, да, постоянно, а вы должны быть четко. То есть вы подтягиваетесь ровно, пускаетесь ровно, всегда контролируйте. Напрягайте пресс, дополнительная нагрузка, опять же, делает более эффективным это упражнение. Что касается самой площадки, дерево, это, конечно, отстой. То есть я вот пока разминался, думал вначале сделать немножко австралийских повторений для того, чтобы разогреться вот на этом маленьком турничке, который у меня за спиной. Я теперь всегда делаю австралийские и отжимания от перекладины для того, чтобы разогреться, потому что техники продвинутые, они сложные, они требуют сил, соответственно, нужно быть готовым. И я заметил, что здесь, во-первых, нету двух этих, а во-вторых, когда я начал делать, то есть, ой, то есть вот эта вот штука вообще нестабильно. Площадка того и гляди развалится. Так же, как вот сейчас мой рюкзак упал. Так же упадет эта площадка. Может, не дай. Конечно, что кто-нибудь будет на ней заниматься, кто-нибудь из детишек. Может разбиться, погибнуть. Ох, конечно, плохо. Плохо, что московские парки, Мосгорпарк не следит за состоянием спортивных объектов, из-за чего люди могут травмироваться. Например, в Нескучном, несмотря на то, что там написано, что должны каждый день 12 убирать площадку, ее вообще не чистят, из-за чего там ледяная корка, на которой все подскакивают, падают, а когда ты нажимаешь кнопочку экстренного вызова или связь с администрацией, то тебе говорят, что сегодня, мол, выходной день, никого нет, поэтому ничего не знаем. Ну что ж, может быть, если кто-нибудь там умрет, они задумаются о том, что надо было чистить площадки. Ну, все может быть. В любом случае, на сегодня это все. Увидимся завтра на какой-нибудь другой площадке, надеюсь, более высокого качества. Вот. Ну, а для тех, кто спрашивал про деревянное, да, дерево отстой. То есть, ну, видимо, либо не в нашем климате, либо не в таком дереве, но лучше делать металлические площадки, они более долговечны. Это факт. Все, пока.